Кооперация «Земля-космос» является самой крупной. Они занимаются производством оружия, оказанием услуг безопасности, направлением исследования биологических ресурсов и другими научными проблемами. У них есть неограниченные ресурсы и влияние, чтобы заниматься моральными и законодательными обязательствами. Они используют высокотехнологические UAS-технологии. Определение входящего объекта. Марс. Координаты 40703. Проходит к 38000. Ладно, пусть приземляется в 27692. Связь окончена. Мы их видим на своих читающих устройствах. Они скоро будут. Превосходные изменения. Я не знаю, как я выжил. Я попал в ад. Да, сэр. Tower, Dark Star on final. Что дошло до этого, я не хотел сюда приходить. Он не оставил тебе выбора. Верно, но это в последний раз. Мне надоел этот сбой системы контроля. Он создает все эти неприятности. Правильно, ты являешься контролем. И когда что-то не срабатывает, причина тому я. Как бы там ни было, Абертругер сделает как удобно нам. Добро пожаловать на Марс. Все прибывшие должны пройти регистрацию. Если вам нужен кто-нибудь в помощь, сделайте заявку. Добро пожаловать в город Марса. Вы должны пройти процедуру регистрации. Поэтому сразу подойдите к регистрационному столу. Добро пожаловать на Марс, солдат. Мне надо, чтобы ты встал на тот красный квадрат на полу. Это займет всего секунду. Хорошо, давай начнем. Прохождение всего теста займет немного больше времени. Ну вот и хорошо, ты чист для входа. Добро пожаловать на Марс. Помните, что вы должны четко следовать всем приказам. Внимание! Директор Дэй, свяжитесь с центральным администратором. Если что-то необычное, сообщите об этом начальнику безопасности, который решит, насколько серьезна эта проблема. Вы должны также знать, что вам можно делать, а что нельзя. Добро пожаловать на Марс. Первый раз. Можешь сумку оставить там, я еще не установил для тебя код. Итак, нам нужно согласовать некоторые вещи. Это ваш личный ассистент. Он будет сопровождать вас по всем секторам безопасности. Если вы пройдете все проверки без проблем, все произойдет быстро. Это важно, не пропустите этого. Я вижу, что сержант Келли потребовал вас сразу же задержать. Солдату был отдан приказ. Это там, следуйте знакам. В городе Марса не курят. Курите в предназначенных для этого местах. Спасибо за сотрудничество. Я знаю, эти проблемы кажутся достаточно серьезными для меня. Да ты что? Мне напомнить, как ты здесь опозорился? Нет, управление приказало мне следить за всеми.
Управление направляет тебя. Они ни черта не знают о науке. Они думают только о деньгах, о продукте. Не волнуйся, они получат этот продукт. И очень скоро. После такого количества случаев, ответьте мне на вопрос, почему рабочие просят увезти их с Марса? Они не могут жить здесь. Они устали. Они измучены. Если бы у меня было больше возможностей или больше денег, я бы смог избежать даже таких мелочей. Я не думаю, что ты получишь что-то еще, доктор Бертругер. Мне нужен полный доступ, включая Дельту. И я получу его, не так ли? Даже если ты потеряешься, не попадайся на моем пути. Странные вещи начнут здесь скоро происходить. Подожди немного. Пойдем. Тебя проверить перед входом. Пройдись. Сержант также приехал. Странно. ЮАС должно быть чем-то обеспокоено. В Дельте эти случаи участились. Внимание, доктор Брэддок, пожалуйста, свяжитесь с отделом окружающей среды, офис 4 Альфа. Он командует HQ. Это отдел максимальной безопасности в Дельте. Нам нужна еще одна команда. Как у тебя дела? Многие хотят сначала уехать. А теперь новости. О, с новенький. Марса. Всегда приятно видеть новые лица здесь. Надеюсь, тебе здесь понравится. Супер Турбо Турки Панчер 3. Теряли одного, получили другого. Идите лучше дальше. Мне кажется, вам много важного надо сделать.
то безопасность наша. Приятного тебе времяпрепровождения, солдат. Сейчас возникла ситуация. Пропал еще один член исследовательской группы. Ты должен его найти. Хотим проверить репутацию этого учреждения. Ты попадешь туда только через служебный проход Марса. Ты должен слушать приказы и не отклоняться от них, как ты это посмел сделать недавно. Проверяй всех подозрительных. Как только его найдешь, верни его обратно, не причиняя ему никакого вреда. Сначала надо узнать этого парня, а потом скажу, что там. Простите. Добро пожаловать в Союз. Увидимся. Внимание всем работникам ЮАС. Вы хотите стать кандидатами на премиальные? Записывайтесь в добровольцы в лабораторию Дельта. Подробная информация у директора. Что? Как это? Руководство ЮАС заботится о хороших условиях работы своих подчиненных. Пожалуйста, воспользуйтесь правом на бесплатное медицинское обслуживание.